С 1 июля в Петропавловске, Елизовском, Мильковском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах снизятся тарифы на отопление и горячую воду. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам и ценам. Там уточнили, что с 1 июля стоимость гигакалории в наиболее густонаселенных муниципалитетах Камчатки снизится с 4250 рублей до 3900 рублей, то есть на 8,2%. Примерно настолько же снизится тариф на горячую воду. Стоимость электроэнергии для жителей края осталась на прежнем уровне. 4 рубля 68 копеек за киловатт-час. Для всей территории нашего региона, вне зависимости от того, что на первое полугодие правительством Российской Федерации был установлен предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в размере 1,7%, это было связано с ростом ставки налога на добавленную стоимость, на территории Камчатского края он едва достиг 0,5%. Соответственно, на второе полугодие вот по всем муниципальным образованиям, то есть целиком по Камчатскому краю, рост платы граждан вместо запланированных правительством Российской Федерации для нас 2,4% не достигнет и 1%. Снижение тарифа на отопление и горячую воду для населения стало возможным за счет компенсации из краевого бюджета. В 2019-м на эти цели будет направлено более 10 миллиардов рублей. Из них электричество – это примерно 3 миллиарда 300 миллионов, отопление и горячее водоснабжение – около 7 миллиардов.